Язык не очень популярное мясо, но в умелых руках может превратиться в настоящий кулинарный шедевр. Попробовав язык по-кавказски с сухофруктами и томатным соусом, я просто влюбилась в это блюдо. Язык по-кавказски – необычное и интересное блюдо. Сочетание сладких сухофруктов и кисленького томата придают блюду изысканный, кисло-сладкий и ни с чем не сравнимый вкус. Я поделюсь рецептом, как приготовить это блюдо достаточно легко и просто. Единственное, если у вас язык предварительно не сварен, то для приготовления этого блюда понадобится 4-5 часов. Чтобы кожица с языка хорошо очищалась, после варки нужно остудить язык, положив его в холодную воду. Подавайте на стол с овощами или зеленой стручковой фасолью. Язык говяжий – 1 штука. Лавровый лист – 1-2 штук. Лук – 2 штуки, 1 для варки и 1 в соус. Сахар – 1 столовая ложка. Соль – 1 чайная ложка. Лимонный сок – 2 столовые ложки. Томатный соус – 450 грамм. Вода – 1/2 столовые екона. Курага – 50 грамм. Изюм – 50 грамм. Чернослив – 50 грамм. Количество порций – 6-8. Язык залейте водой, добавьте очищенную луковицу и лавровый листик, поставьте на огонь. Варить язык нужно долго, в зависимости от размера 2-3 часа. Когда язык отварился, снимите его с огня, остудите и очистите от пленки. Порежьте язык толстыми кусочками. Приготовьте соус. Томатный соус поместите в сковороду, добавьте воду, сахар, соль, лимонный сок и измельченный лук. Доведите до кипения и подержите 2 минуты на огне. Когда соус готов, залейте его в форму с языком. Сверху выложите, предварительно вымытые, сухофрукты и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа. Приятного аппетита!